На Елецкой улице дом 15 снесено здание удельных бань. Решение о реконструкции было принято еще 6 лет тому назад. Строение, которое находилось на территории, было признано ветхим. В 2008 году проект был согласован в КГА Петербурга, и еще 3 годами позже разрешение на его реализацию выдали в Госстройнадзоре. В соответствии с проектом, подготовленным строительной компанией «Альфа», здание должно было стать выше, до 5 этажей. Конструкция строения должна была быть частично сохранена. Районная администрация также говорила о сохранении баней своей функции. Вообще, согласие на аренду и реконструкцию было получено именно при условии банного обременения. Территория почти в 2 гектара была сдана ООО «Удельные бани» в аренду на 49 лет. Надо заметить, что предприятие-арендатор принадлежит Фирузе Тулаковой, однофамилице Саиды Тулакова, которая ранее возглавлял ООО «Фирма Афганвет». Чуть раньше громкая история о восстановлении бань произошла в Петербурге с участием холдинга «Империя». Речь шла о проекте реновации пушкарских бань. Однако специализация инвестора вызывает сомнения в том, что это будет именно помывочная.